Я оказался в этом коридоре. Мой мозг выдал странные колебания в приборе. На узоре написано, что я нахожусь в споре с самим собой. В окне, точнее сказать, в маленьком квадрате. Я могу смотреть, как темный ритуал работает людей ради. В закате солнца я считаю время и ложусь спать. Сосед никак не перестанет там орать. Не могу уснуть, нужно что-то написать, рассказать о том горе, которое ожидает всех вскоре. Но никто не видит ничего существенного в этом сторе. На воре слов смысла нет, но я готов объяснить этот бред тому, кто будет слушать. Кто поможет мне сбежать, кто не даст кружать по миру. Дайте мне квартиру, стол и стул, перо, листок бумаги, чтобы драться. Мне не нужно шпаги, я на словах и на деле имею достаточно отваги. Увечье разума идет в комплекте с красивыми фразами, словно стразами украшены слова. Уже давно не новые, затертые до дыр, всегда готовые взбудоражить мир. Мой темный ритуал, словно мрачный пир. Я как голодный удав, всегда найду мышь, расставлю ловушки на слабых духом. Кто попадется, угощу вином из своих рук, покажу сотни разнообразных мук, от которых даже страх сходит с ума. Мораль такова, за увиденное жестокая расплата. Твоя мать не виновата, что родила тебя на свет. На все вопросы получи в ответ. Единственный, но такой непредсказуемый. Чего такой расстроенный, хотел еще пожить. А ведь знал, на что идешь, рано или поздно в мои сети все равно попадешь. Так как плыть по реке жизненной суеты и неохота. Захотел чего-то нового и узнал, что даже у жизни есть своя цена. Лишь время вспять не повернуть, снова ты жалеешь, что она всего одна. Вера, смысл, все пропало. Что-то делать и что-то думать, меня достало. Со мной уже не раз так бывало, меня бросало.